Горе мне, горе. О чем ты, старый человек, плачешь? Всего у меня было богатство. Одна монета. И ту уронил я в море. С чем я теперь домой пойду? На что я куплю рис для своей старухи? Не плачь, старик. Это дело поправимо. Сейчас я выпью до дна все море, и ты отыщешь свою монету. Больше. Видишь, рыба? Она что-то кричит нам. Ничего не слышу. Рыбий язык не слышный, но кричит она изо всех сил. О чем же она кричит? Она говорит, что если ты выпьешь всю воду, все рыбы погибнут. Скажи рыбе, что как только мы отыщем монету, я отдам им воду обратно. Отдай им воду сейчас. А монету они постараются отыскать сами. Сами? Ну, хорошо. Они спрашивают, какая была монета? Вот такая.
Горе мне, горе! Нет тут моей монеты. Моя была медная, а тут все золотые. А зачем тебе медные? Бери золотые. Бери. Вот за это. Спасибо. Тише. Случилось несчастье. Бежим. Скорее. Один дровосек рубит дерево, на котором у этой птички гнездо. А в гнезде у нее дети, два сына и одна дочка. Бежим скорей! Стой! Подожди! Не руби его! Видишь гнездо? Если дерево упадет, у этой птички погибнут дети. Два сына и одна дочка. Два сына и одна дочка. Скоро ночь, а мне нужно повалить еще 10 деревьев. Не вздыхай, добрый дровосек. Мы тебе поможем. Ну так вот, к сегодняшнему уроку ты должна была выучить слова на букву М. Правильно. Очень хорошо. Можешь отвечать. Ну, я слушаю. Ну, что я могу тебе сказать? Память у тебя хорошая, а вот произношение похуже. Давай повторим еще раз. Хорошо. Продолжай урок. Дальше. Не мед, а мед. Понимаешь? Йо. Йо, мед. 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 Правильно. Ну, а теперь скажи мне, это что такое? Не мешай. Бе-то по-козьему. А как по-человечьему? Забыл. Ах ты. А ведь мы это проходили только вчера. Вчера? Не мерево и не берево, а дерево. Дерево, где? Понимаешь? Дерево. Очень хорошо. А по птичьему? Ну, а как? Дерево по рыбьему. Молодец. Ручаюсь, не пройдет и года, и ты будешь говорить на всех трех языках. Ну, а теперь можете поиграть. Thank you.
скорее, беги! Беги! Разве ты не видел, что великий мандарин хотел убить эту козочку? Видел. Так почему же ты закричал? А я потому и закричал, что видел. Взять его и отдать на съедение тигру. Сжечь на костре. Завтра в полдень. Ты спрашиваешь, чем ты можешь мне помочь? А чем ты можешь мне помочь? Такая маленькая. Вот, лети. Пусть мама и братья знают, что в последнюю минуту я думаю о них. Нигде я его не нашел. Что же могло с ним случиться? Я обошел весь лес. Нигде его не видно. Где он? Где он, мой маленький? Это он! Это он! Где он? Не понимаем мы твоего языка. Кто же нам скажет? Я! Ты? Я! Чем ты можешь нам помочь? Перевести! Так переведи же! Переводи, скорей! Что с ним? В тюрьме! В тюрьме?
мальчишку. Не спускай с него глаз. Мальчишка хитер, как лиса, и может от тебя улизнуть. Улизнет? Да я и смотреть на него не буду, а он все равно от меня не уйдет. Ой, палач, не хвастайся. А поспорим? На что? А на что хочешь? А что тебе даст наш всемилостивейший мандарин за сегодняшнюю казнь? А сколько захочет, столько и даст. Вот и поспорим, наполовину. А не жирно ли будет? Ага, испугался. Я? Испугался? Эй, помощники, накройте-ка мальчишку вот этой бочкой. Ну? Что скажешь, тюремщик? Смотрю я на него. Нет? Может он от меня улизнуть? Тоже нет? Ну, а где мальчишка? Я здесь. А почему ты не под стражей? Я обманул палача и убежал. Но потом одумался и вот вернулся. Так, тебя упустил палач? Получай свой выигрыш. Дай ему 100 палок. Вовсе, милостивейший мандарин, я могу получить только 50, потому что половину я проиграл тюремщику. Получи сполна все 100 палок, а потом отдашь долг тюремщику. Жаркое огня, отодвинься от меня. Неподвижную стеной встань, огонь, передо мной. Искры кверху не бросай, упади и угасай. Огня! 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 Спасите! Воды! Воды! Спасите! Воды! Воды! Если он не погиб в огне, пусть он погибнет в воде. Перевезите его на мой быстроходный корабль. К восходу солнца я
прибуду сам. Сейчас спрошу, сейчас спрошу. Рыба спрашивают, не вернуть ли им мандарина. Скажи рыбам, пусть не беспокоятся.